душеед. Если он убьет нас, это конец. Ни Вальхалы, ни Хеля, вообще ничего, никогда. Он не нападает. А мама говорила, что они опасны. Значит, будь начеку. Идем. Я просто вижу, что кольца на нем нет. А. Соберись! Мы найдем друга Брока живым, да? Thank you.
сын. Слушаюсь. Еще одна карта сокровищ. Любопытно. Кольцо на оторванной руке, приделанной к душееду. Что случилось с Андвари? Можем вернуться к Броку. Драться не нужно, да? Нет, драться нужно. Почему? Потому что ты этого боишься.
Алена Трей, соберись. Ищи слабое место. Понял. Тяжелый бой. Алхимик, но где остальное? Обратилась в страх. Его убил душеед. Надо отнести это Броку. Что это значит? Слушаюсь. Эти руны начертаны в торопях. Написано «Игимстейни». Не знаю, что это. Синего спросим. Так теперь тебе интересно. Мы нашли алхимика. Нам обещана награда. Я уже готов.
Леста! Леста! Это я почувствовал. Вот и все. Прочесть можешь? Ладно. Эти руны означают «внутри смерть». Что вы нашли? Твоего алхимика. Прости, Брок. Мы нашли только руку, на которой было кольцо. Там был душеед, и он, видимо, сжег все остальные части. Вы, небось, все равно ждете награду, а? Само собой. Ишь ты, само собой. Мионифракси. Мне надо получше рассмотреть кольцо. Может, Андвари вложил в него немного магии, прежде чем поджариться. Гномы так умеют? А то! Гномы и волшебные камни – это как мухи и свиная жопа. Сечешь, Олигорин? Что-то уже не так интересно. Эй, слышите? У меня к вам еще одна просьба. Что тебе надо, гном? Есть еще ниточка, ведущая к старине Андвари. Давайте встретимся в юго-восточных шахтах. Там вас ждет очень лакомая добыча. Какая ниточка? Мы его уже нашли. Ну, по крайней мере, руку. Я все объясню в шахтах. Они к югу от речной долины. Кстати, вам тут вообще что-то нужно, или так и будете стоять, таращиться рты разину? Я снял кольцо с руки моего старого друга Андвари. Его всегда тянуло к душам, темным ритуалам и прочим тайнам. Сечете? Когда я слышал удары его молота по металлу, у меня у самого внутри разгоралось пламя. Черт, как бы я тут совсем не расчувствовался. Что еще я хотел сказать?
Сын. Куда же мы теперь пойдем? Сокровища разных миров. А Фафнир бывал в Вальфхейме? Я не знаю. Тебе что, не интересно? Мне интересно. Мы идем в это хранилище, чтобы взять что-нибудь полезное для дела, а не чтобы узнать побольше о гноме. Да, братец, Фафнир был очень любопытной личностью. Как-нибудь расскажу. Ха!
Нашли что-нибудь на складе Фафнера? Например, точильный камень? Что понадобится. Разбойники. Ой, похоже, они успели первыми.
дальше? Только скажи. Атрей, ко мне! Что это? Что это?
Заперто. Ищи другой вход. Сокровище! Круто! Ого! Смотри. Круто! Новая карта! Пробрались внутрь. Надеюсь, не все унесли. Горшки и драугры. Никаких сокровищ, хочу молока. Не радуйся прежде времени, сын. Тогда не будет разочарований. Приготовься! Сзади! Тебя застали врасплох. Просто не ожидал. Именно. Thank you.
вижу! Сзади! Ничего, кроме отравы и дурацкая статуя птицы. Здесь много того, что пригодится в дороге. А это главное, сын. Хотя многие сундуки уже пустые. Видать, разбойники побывали. Не унесли бы точильный камень. Хорошее предчувствие. Тут мы найдем точильный камень. Я уже говорил, не радуйся прежде времени, сын. Да помню я, помню. Но у меня предчувствие. Вижу. То есть радоваться прежде времени нельзя. Надо готовиться к атаке, да? Это надо уметь. Всегда ожидать худшего. Не надеяться на хорошее. И всегда быть готовым к атаке. Главное не перепутать.
черного камня нет. И остался всего один зал. Знаю, надеяться нельзя, но... Может, мы его все-таки найдем? Нет. Ладно, полиция. Пришел помочиться на мой труп, неблагодарный? А, кто вы такие? Мы ищем точильный камень. Ты не видел? А, был в этом зале один. Мой сын наточил на нем кинжал, которым потом пырнул меня в спину. Что? Этот ублюдок думал, что пора ему стать капитаном. Да, я его не баловал. Чему тут удивляться? В его возрасте я также поступил со своим отцом. Он убил своего отца? Где он теперь? Он хоть и ублюдок, но он мой ублюдок. И помогать вам я не стану. Значит, поможет кинжал. Эй! Он мой! Эй! Идем, сын. Нам пора. Подавись! Драться.
Этого у вас не отнимешь. Почему сын его предал? Убить родного отца из-за сокровища? В голове не укладывается. Помни, что я сказал тебе. Всегда ожидай худшего. Ну, то есть, вряд ли он был хорошим папой, но... Ты не знаешь версию сына. Ну да. Злобный же ты, гад! Вы, случайно, не нашли тот точильный камень? Точильного камня нет. Его забрал хозяин этого кинжала. Все самое хорошее унесли. О, ну, возьмите это в обмен на кинжал. Кинжал, который вы принесли, очень интересный. Вроде неказистый, но сделан качественно. В какой части храма вы его нашли? В спине разбойника. Он вроде был из какого-то большого клана.
Может, камень у них? Возможно. Такой стиль я уже видел. У меня к вам просьба, совсем небольшая. Помните кинжал, который вы мне дали? Кинжал из спины разбойника, которого убил родной сын? Ну да, конечно, я помню. Он был у разбойников, которые засели в крепости Нортри. Бьюсь об заклад, что именно туда они отнесли добычу из склада Фафнера. Вместе с тем камнем, который мне нужен. Чтобы помочь вам. В этих поисках нам никакого смысла. Есть смысл. Если Синдри сделает нам хорошее оружие на этом точильном камне. К тому же, этот урод убил родного отца. До встречи, друзья. За мной, Атрей. Прости, да отвлекся. Ого, тут как будто целый город под водой. Да, парень, забытый город. Как назывался? Я забыл.
нужно остановиться здесь. Когда найдете точильный камень, обращайтесь с ним предельно осторожно. Это же бесценная реликвия.